Приветствую, друзья! Подпишитесь на канал, ставьте лайк, я очень прошу. Да, видео будет чуть долгим, да. Наберите терпение, да. Ну, я расскажу. В двух словах расскажу, да. Что, где находится, да. Смотрите, купить. То есть вы можете купить что? Квартиру, дом, дачу, участок, офис, помещение, здание, магазин, бутик, промбаза и прочее. Можете арендовать квартиру, дом, комнату, дачу, офис, помещение, здание, магазин, промбаз и прочее. И вы можете взять в аренду, да, ну, кто ищет в аренду. Обращайте всегда внимание на фильтр, то есть вы можете фильтровать, да, вам, например, нужен самый дешевый, самые дорогие, период аренды, посуточные, да, сколько комнатов, цены. От скольки до скольки, от хозяев, с фото, на последний этаж, не первый этаж и так далее, да. Мебель нужна, площадь, какая площадь нужна и так далее, да. Можно посмотреть на карте. Вот, например, за 600 тысяч двухкомнатных 65 квадратметра, 7 этаж из 15 на длительный срок, можно посмотреть фото. Да, не забывайте сохранять в избранном, чтобы потом посмотреть. Здесь я на пути. Да, на карте можно подробно посмотреть, да. Вот. Как, где именно находится. Так, о квартире. Это адрес. Этаж 7 из 15, 65 квадратметров. Да, квартира меблирована полностью. Охрана, домофон, видеонаблюдение, видеодомофон. Бывшая общежитие нет. Кровать есть, обеденный стол, шкаф для одежды, кухня, гарнитур, рабочий стол, диван. Все есть. Так, показываю все параметры. Удобство. Здесь интернет есть, телевизор, стиральная машина. Холодильник есть, посуда. Здесь количество носителей 2, разделен. Ванна, окна во двор, семейные пары, можно с детьми, да, даже ЖК Легенд. Да, вот, евроремонт в квартиру установлен, вся необходимая мебель для проживания, подробно можете прочитать, что находится рядом, все можно узнать, да. Да, это специалист, это, то есть, не хозяин, ну, это как риэлтор. Да, можно скачать договор аренды, можно прочитать, да. Да. То есть аналитика крыши сравнивает цены. В похожих точно таких 406 тысяч можно найти. Дороже на 47%, чем в других похожих предложениях в Алма-Алинском районе. Да, можно пожаловаться, можно ускорить продажи, да. Мы посмотрели 757 пользователи и 6 октября, да, значит сегодня подавали, да, можно позвонить, можно написать, это которые купили рекламу, да, срочный торг, да, вы можете сами подать объявление, точно, надо сдать в аренду можно, да. Так, здесь можно оценка недвижимости, если вы хотите купить, например, в одном районе. Тогда вы можете проверить цены. Ну, это примерная цена, да. То есть, кому выгодно это вообще? Оцените квартиру покупателю, оцените, который вам понравился, чтобы торговаться аргументированно, не переплатить. Продавцу, чтобы узнать стоимость своей квартиры, чтобы продать ее выгодно и быстро, сэкономить время на анализе рынка. Как происходит оценка квартиры на крыше? Вы указываете параметры. Алгоритм находит похожие квартиры среди миллионов объявлений крыши.кз. Искусственный интеллект сравнивает квартиры и вносит поправки к оценке. Формируется бесплатный отчет об оценке. Да, на оценку, как рассчитывается цена? На оценку квартиры влияет обязательный параметр, который вы указываете, адрес, комната, площадь и год постройки. Благодаря искусственному интеллекту сервис сравнивает цены квартиры с максимально похожим параметром, вносит поправки и дает оценку. Да,
Отчет. Можно ли использовать оценку крыши в качестве отчета об оценке стоимости недвижимости? Отчет оценки от крыши до точки Z носит рекомендательный характер и не является официальным документом. Вы можете использовать отчет, чтобы продать или купить квартиру за выгодную цену. Да, вы можете посмотреть свои объявления, можно прочитать новости, и есть гид, да, новости касается об недвижимости. Вот благодаря крыше я узнал новости сегодня только, да, что хотят построить третий вокзал в Алматы. Горячие предложения, вот, горячие предложения мы можем посмотреть. Спускайтесь, не обязательно к началу идти. Нажимаете сюда, арендовать, новостройки. Да, кстати, здесь тоже можно посмотреть ЖК, ЖК, жилой комплекс, который строится в вашем городе. Выбираете город. Можно на карте тоже посмотреть. Подпишитесь, ставьте лайк. Я буду очень рад. Да.